Киеве состоялось заседание Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар. В нем приняли участие 16 из 23 членов совета, среди которых представители из Турции, Румынии, Украины, Литвы, Польши и Германии. Обсуждали ситуацию в Крыму, в частности, репрессии и преступления в сфере прав человека после аннексии полуострова России. На заседании также призвали оказать помощь информационному агентству КХА и телеканалу АТР. Предложили, чтобы телеканалы АТР и Ля-Ле выходили на спутник Турксат. В итоге решили зарегистрировать Всемирный конгресс в Украине и подготовить письменное заявление для регистрации конгресса в ООН. Также обсуждали блокаду Крыма, которая продолжается уже 51-й день. Я должен сказать, что очень большой отклик у литовского населения. Поскольку приближается зима, а люди, блокирующие Крым, уже нуждаются в теплой одежде, мы начали гуманитарную акцию. Мы попросили у жителей Литвы перенести теплые вещи, печки, грелки, спальные мешки. И я думаю, в 20-х числах или под конец месяца ноября мы уже приедем с этой гуманитарной помощью.